Анатолий Борисович Чубайс. Добрый день, дорогие друзья. Прежде всего, поздравления с сегодняшним событием. Вы знаете, пуск нового завода – это всегда особое чувство, это всегда радость. Но сегодня какое-то совсем-совсем особое событие. Мы вот любим говорить и часто говорим о том, что Россия – это великая энергетическая держава. Но если мы хотим, чтобы это могли говорить и наши дети, и наши внуки, то для этого в стране нужно создать абсолютно новый, сложнейший технологический комплекс, который называется возобновляемая энергетика. То, что сегодня здесь происходит, это важнейший шаг в этом направлении. Я хотел поблагодарить прежде всего руководство области. Мы чувствуем в лице губернатора надежную опору. Все непростые решения, о которых мы договариваемся, выполняются в срок точно так, как мы о них и договорились. Хотел поблагодарить наших партнеров, технологических партнеров компании «Виндар», компании «Северсталь», вместе с которыми, собственно, вот сегодняшний завод здесь оказался возможным. И хочу сказать о том, что, конечно, ветроэнергетика – это про высокие технологии, это про нанотехнологии. Невозможно без сложнейших современных нанотехнологий изготовить современную ветроустановку. Но это про нечто большее. Это, как вот правильно здесь написано, про будущее. Это про наших детей, это про наших внуков, это про чистый воздух, это про нашу страну. Сегодняшний пуск дает нам все права сказать о том, что с сегодняшнего дня российскую ветроэнергетику Россия делает сама. Поздравляю вас, друзья!